Касимом покончено. Как скоро у нас будет тараж? Команда прибыла в Турцию пару часов назад. Так, ребята, сейчас будет вторая миссия, как я понял. Первую мы уже прошли. Скорее всего, это просто будет у меня нарезка видео, то есть на каждую миссию видос, поэтому это вторая серия, и добро пожаловать. Аэродром перед нами. Ищем этого говнюка. Ух ты, тут у нас уже другой прицел, но почему-то без глушителя. Можно открыть, нет? Откройте. Так, хорошо, у нас есть снайперская винтовка, это прям даже неплохо. Ух ты, батюшки. Еще бы знать, как он лицо выглядит. Не, я типа... Нет, это все... Вот что-то едет. Вот это, походу, и едет тараж, да. Может, тараж в машине? Да-да-да, он в машине, ребята. По очкам. Вроде как он. Да, это он. Лица пока не вижу. Да, это он. Это, скорее всего. Какого хрена? Он грохнул всех, кто был в машине. Похоже, это тараж. Стрелять. Нужно подтверждение. До свидания, мазафака. Ой. А, я даже не попал, нифига себе. Вот это я косой, ребята, да-да. Ну ничего страшного. Заходим, заходим в машину. А, в эту даже. Ёпта мать. А, мы даже сверху. Окей. Ну, понятное дело, не догнали бы. Так, спереди. До свидания. Спереди. До свидания. А вы кто? Тоже до свидания. Блять, сколько у вас тут вообще? Чё-то их много. Как всегда, заскриптованные NPC, ребята, ничего нового для нас. То есть ты не успеваешь посмотреть в одну сторону, как приехали уже другие. Да отстаньте, ёб твою мать, сейчас сдохну. Ох ты, в молоко все. Три машинка. Машинка? Серьезно? Сколько же эта машинка едет? Shift форсаж. Мать. Воу. Офигеть она, ребята, быстрая. Серьезно, она догоняет реактивный самолет. Это бред. Гараж скрылся, машинка. А, понял, ребята. Беда. Она должна была взорваться все-таки. Так, это я... Можно это скинуть? Спасибо. То есть они сами... Ох ты, так, ох ты, ребята, красота-то какая, батюшки. А, понял, заскриптовано, смысла стрелять нет. Держимся, ребят. Ух ты. Воу, 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 воу. Блядь. Держись. Ай. Больно. Это было довольно-таки больно.
Вот это достается дуракам, они еще и выживают, ребята. Нет, тут дело не в заложниках. Его план уже исполняется. В этот раз вам его не остановить. Ну и кого же? Персея. Чушь. Персея мертв. Мертв? Столько времени прошло, вы и не знали. Скоро Персей спалится. Ух ты. Сообщить Хадсону. Ищем выживших и отправляемся в Лэнгли. Вот это поворот, что ребят. За хрен этот Персей?